Представляем вашему вниманию колыбель для новорожденных Микуна Кадода. Все мы знаем, что новорожденные и очень маленькие дети часто просыпаются, поэтому так важно, чтобы ребенок спал вместе с вами или в непосредственной близости. Благодаря колыбели Микуна Кадода ваш ребенок всегда будет находиться рядышком, в полной безопасности. Колыбелька идеально подходит для периода грудного вскармливания. Европейское качество. Мебель Микуна создана именно для ваших малышей в теплой Испании. Мировые стандарты и индивидуальность. На такую мебель сложно не обратить внимания. Колыбель сделана из натурального бука. Нетоксичные лаки и краски на водной основе обеспечат комфорт и безопасность. Безопасное расстояние между ламелями. Для вашего удобства колыбель оборудована съемными колесиками со стопором. Чтобы заблокировать колесики, опустите фиксатор вниз. У колыбели есть регулирование высоты на 14 уровнях. Вы можете установить высоту почти от уровня пола до верхнего края матраса. В комплект входит матрасик с системой против удушения. Постельное белье приобретается отдельно. Бортики, простыня на резинке, одеяло плюс пододеяльник. Материал белья – 100% нежный хлопок. Наполнитель бортиков – холофайбер. Бортик кроватки регулируется по высоте 4 позиций. Для этого оттяните фиксаторы по сторонам и выберите оптимальную высоту. Вот таким образом. Также бортик можно снять совсем. Таким образом, кроватка превратится в диванчик, который можно приставить к родительской кровати для быстрого доступа к ребенку в любой момент. Для более надежной фиксации в комплекте есть специальные ремни. Подробная информация о креплении и совместимости с родительскими кроватями есть в инструкции. Кроме того, вы можете приобрести специальную планку для более жесткой фиксации. CP1641 – это деревянная накладка с мягким матрасиком, которая делает совместный сон еще удобнее. Колыбель разбирается без дополнительных инструментов, может использоваться в качестве ящика для игрушек. Также колыбель Микуна Кадода со временем может трансформироваться в удобный столик. Достаточно перевернуть основание колыбели с бортами наоборот. В комплекте есть подробная инструкция. Обязательно ознакомьтесь с ней.